А почему нельзя просто запретить вывозить деньги из страны? Вывозить деньги из страны? Вывозить деньги из страны? Что случится? Что случится? Что случится? Хочу сидеть за компьютером, блин, играть в игры. Тут неправильный русский, вечно грустный, отныне обезбашенный русский. Тянет груз бытия за деяния гадкие мелкого злого моллюска. Мелюзга даже в курсе, орков рубят на куски. Молот, гвозди и доски, и даже вашим узком кругу со временем станет попросту пусто. Легкие чахнут от бруска, флот с годами раскачался на брусьях. Шеймон, юба, браетка, марго, на тебя не ведутся, ведь ты лживая пуси. Знаю, домой не вернуться, тексты дерзкий, взгляд становится тусклым, но улыбка от мысли, что в гаге окажитесь, как в коробе грузди. Судьбы бьются, как блюдца, песни мерзкие скучные. Улит Оля Бузова, гусечка стой нагло врет вам с экрана обгруза 200 отсутствий. Зю на белом, синем и красном свитере вязаном вас уже не отпустит тест на тупой шоколад. Зашкалил коллективные пляски в халатах и бусах. Во главе страны сидят русы, ну да кто постер жут мои друзья. Соловьиный помет во все горло орет поведение орка после жесткой контузии. В головах населения рашки похоже вместо мозга яблочный смузи. Сусы это челюсть со скоростью света. Уха и буса. О реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Украинцы тут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Мы обязаны быть там! Обязаны быть там.